Всем привет, ребята, с вами снова Неллис. И я так просмотрел предыдущее видео, многим понравилось, и мне кажется, было бы глупо не выпустить вторую часть. Но на этот раз будет целый ряд копий Geometry Dash. Этот выпуск будет очень сильно отличаться от первого, потому что тут я буду поподробнее критиковать, а не обсирать игру, которую я показываю. Так что погнали! Вписываем Geometry Dash и просто офигеваем. Охо-хо, я даже не знаю, с чего начать. Давайте вот с этого. Geometry Light. Думаю, стоит начать с того, сколько весит эта игра. А занимает она просто дохерище места. 40 мегабайт. Вы, наверное, скажете, что это очень мало, и придираться к этому отчасти глупо. Но у людей иногда не хватает памяти или места на телефоне или каком-то еще гаджете. А да и вообще, давайте сравним с первой версией GD. Что там было? 7 уровней, кучу иконок, редактор и онлайн-левелы. Со всем этим игра весила 30 мегабайт. Давайте теперь посмотрим на Geometry Light. Ну вы знаете, довольно-таки функциональное меню. Ну только посмотрите на эти ссылки и на это название. О да, я хочу, чтобы эта надпись занимала у меня 35 мегабайт. Прикол в том, что тут ничего кроме этого нету. Один уровень, музыка в плохом качестве и все. К тому же физика реализована очень плохо. И да, не спрашивайте, почему я вставляю такие картинки, мне же нужно как-то разнообразить видеоряд. Ладно, давайте я попробую пройти этот единственный, очень запоминающийся и бесподобный левел на 100%. Прошел. Так, давайте попробуем вот этот клон. Называется Impossible Dash. Ну, тут все сделано довольно-таки хорошо и оригинально. О господи, ладно сделать клон игры лучше, с какими-то фишками, но нет. Мы сделаем кучу уровней, которые друг от друга вообще никак не отличаются. Все, что есть в этих уровнях, это просто невыносимый геймплей. Задержка при прыжке. Нельзя просто зажать. По привычке пробуешь это сделать, но не получается. Несмотря на скины иконок, выбор тут крайне странный. Кубы сразу выбираются с цветами. Почему? Физика тут хуже, чем в предыдущей игре, и поэтому даже проходить уровни я не буду. Geometric Pixel Dash. Я хоть и сильно предвзятый к таким клонам, но этот, если сравнивать с другими, мне очень понравился. Вы только посмотрите на эти скины. Да, выбор тут такой же, как и в прошлой игре. Но мне эти кубики, кораблики, юфошки понравились больше, чем некоторые скины в Geometry Dash. Я бы даже играл в эту игру, но, к сожалению, тут нету редактора и онлайн уровней. Физика прыжков полностью идентична с оригинальной Geometry Dash. И это просто отлично. Как и в предыдущей игре, тут уровни по декорациям не сильно отличаются. Но и без этого они сделаны очень круто. Впервые вижу такую стилистику. Впрочем, сказать об этом клоне больше и нечего. Видео получилось не такое длинное, как я хотел, но если вам зайдет такая рубрика, то я буду дальше ее снимать. Но о других играх Play Market. Приходите на мой стрим в любой день. В общем, на этом все. Лайк, шер, алишер. Спасибо всем за просмотр, короче. С вами был Неллис, всем пока.